Представляю слово следующему докладчику Геннадию Моисеевичу Днепровский, кандидат технических наук, академик Академии информационно-логической и прикладной аномологии, информационно-логические основы феноменов сознания. Мы поговорим сейчас о вещах довольно необычных. Но прежде всего давайте посмотрим, каков уровень наших знаний об окружающем мире. Знаменитый философ и математик Пифагор полагал, что наши знания о мире не превышают 3%. Такой же оценки придерживался великий философ древнегреческий Платон и его последователь Плотин. В XVI веке о таком же уровне говорил философ и поэт Джордано Бруно. Удивительно то, что в 20 веке, когда наука намного расширила горизонты познания, этой величины придерживались Мартин Хайдеггер, Карл Юнг, Тьер де Шарден и другие ученые. Ну, были и более оптимистические оценки. Аристотель, Лао Цзы, Кант, Гегель оценивали величину наших знаний об универсуме в 4%. Мелография – это информационная супертехнология, позволяющая считывать техническими средствами информацию с глобального информационного поля, дает точную цифру наших знаний об окружающем мире. Она составляет 3,9%. Что это означает? Это означает, что наша цивилизация развивается вслепую, и судьба ее зависит от случайностей, либо, если такие существуют, они существуют от воли высших сил. Таким образом, наша система знаний – это крошечный островок вблизи огромного материка непознанного. И вот это вот непознанное уже дает себя знать и самым, я бы сказал, трагическим образом влиять на нашу действительность. Приведу небольшой пример. За всю историю человечества была только одна вирусная эпидемия. Это эпидемия оспы. За всю историю человечества. Первый сигнал, который мы получили, это в годы Первой мировой войны, испанка унесла, по разным оценкам, от 50 до 100 миллионов жителей. Это был первый сигнал и был промежуток, когда мы должны были подумать, от чего и как. Второй сигнал пошел примерно 3-4 десятилетия назад, когда сразу порядка 12 эпидемий, одна страшнее другое, прокатились и катятся по земному шару. Это, помните, и ВИЧ, и свиной грипп, и атипичная пневмония, лихорадка Эбола, лихорадка Марбург, вот, и лихорадка Рика, с которой сейчас паника там в странах Латинской Америки и так далее. И ни один вирусолог, ни один микробиолог не может объяснить этот факт, почему произошел этот взрыв, который я назвал вот в своей книге «Восстание микромира». Это действительно восстание, корни которого упираются не в какие-либо процессы земного плана, они упираются в законы, в закономерности тонкого мира. Вот существует небольшой мостик, ну, надежный мостик между вот нашим островком знания и огромным материком незнания. Вот этот мостик называется парапсихология или в современном понимании инеология, наука об энергоинформационном обмене в природе. Ну, надо сказать, что парапсихология изучала
четыре Нобелевских лауреата, блестящие умы человечества. Изучали крупнейшие ученые, десятки лабораторий, специализированных институтов, к сожалению, не в нашей стране. И до сих пор не дано какого-либо разумного, точного физико-математического объяснения хотя бы одному феномену парапсихологии. Вот сейчас мы с вами как раз и рассмотрим феномены сознания для того, чтобы понять, насколько глубока и необычна эта проблема. Ну, первое, биогравитация. Ну, вы, конечно, все знаете о способности Даниэла Хоума к левитации, когда он на шестом этаже вылетал из одного окна, влетал в здание, влетал в другое окно и так далее. Вот. Более современные исследования в этой области проводил Эмиль Багиров. Он показал, что при энергоинформационном воздействии на человека в порядке лечебного процесса вес человека изменяется. И наблюдалось как уменьшение веса, так и увеличение в серьезных пределах от 0,5 до 3% от веса. Интересно, что уменьшение веса наблюдалось при положительных эмоциях, и увеличение веса наблюдалось при отрицательных эмоциях. Вес восстанавливался после сеанса через 15-30 минут. Ну, надо сказать, в свое время я проходил школу обучения, так сказать, полетом, да, вот, мой вес, измеренный на точных весах, менялся на небольшую величину, порядка 3,7 килограмм, вот, но было непередаваемое ощущение легкости и полета. Вот своим ученикам я передавал вот эту вот технологию, как создать вот эту вот ситуацию летящего человека. Все это описано вот в моей книге. Я два слова о ней еще скажу. В Казани были проведены интересные эксперименты Шакирова. Он проводил эксперименты на большой группе людей. И оказалось, что вес человека, когда он стоит на ногах, легче, чем когда вес человека, стоящего на голове. Вот. То есть какие-то силы, какие-то энергии облегчают нам процесс хождения по земле, и создается вот небольшой, но заметный в пределах килограмма эффект антигравитации. Ну, Ткаченко, он демонстрировал биопритяжение, ему на грудь клали плиту стальную весом 25 килограмм, и на нее еще 25, и эти плиты висели на его теле. Рекорд мировой пензенский оператор поставил, он на груди удерживал 3 плиты по 25 килограмм весом. Причем самое интересное, что кожа не обтягивалась под таким колоссальным весом, 75 килограмм. То есть возникала не только сила притяжения к человеку, но и сила антигравитации. Ну, наши ученые, академики посмотрели, удивились, и никаких, так сказать, экспериментов в этом отношении не проводили. Дальше. Знаменитый китайский экстрасенс Жанг Баошенг демонстрировал удивительные способности. Он извлекал
из запаянных стеклянных сосудов различные предметы и вновь мог помещать эти предметы. Удивительный эксперимент проводил тоже китайский оператор Ян Ксин в Институте физики высоких энергий. Он воздействовал на ход радиоактивного распада америция-241. Он воздействовал на этот крошечный изотоп с расстояния в 1200 километров и с расстояния в 2000 километров, увеличивая ход радиоактивного распада на 6,8% и уменьшая на 12%. Хочу напомнить, что физика не знает ни одного процесса, который мог бы повлиять на ход радиоактивного распада. Оказалось, что это в состоянии делать сознание человека. Ну, американский экстрасенс Ольга Ворел воздействовал на камеру Вильсона, физики ее знают, в камере появлялись неожиданные треки. Ну, еще любопытный эксперимент, его проводил Дубицкий Евгений Анатольевич. Он воздействовал из Москвы на 1 сантиметр воды, термостатированный с точностью до миллионной доли градуса. При этом проходило как охлаждение образца, так и нагрев этого образца. Биологические эксперименты. Ну, тоже Евгений Анатольевич Дубицкий по линии Москва-Новосибирск воздействовал на определенные, не буду их, так сказать, расшифровывать, на определенные биологические субстанции, и изменения составляли от 150 до 500%. Вот представьте себе, он работает в Москве, в Новосибирске стоят 4 пробирки, он записывает, я воздействую на третью, и только на третьей пробирке на расстоянии в 1000 километров результат отличается на 150-500%. Тот же Евгений Анатольевич Дубицкий уничтожил 18-сантиметровую раковую опухоль. Больной находился в Нью-Йорке в клинике под наблюдением врачей, которые дали ему 2-3 недели жизни. Дубицкий работал отсюда, из Москвы, на этого пациента. Метод, который он использовал, был уникален. Он в опухоли создал облако элементарных частиц. Облако элементарных частиц. И началось очень быстрое разрушение опухоли. Когда он мне рассказал об этом эксперименте, я решил проверить. Установил прибор дозиметрический, и по скайпу мы работали с разных концов города. Оказалось, что он действительно под этим дозиметром мог создать облако заряженных частиц, элементарных частиц, и отклонение, увеличение показаний дозиметра статистически составили более 30%. Мне даже страшно было стоять перед этим дозиметром, когда он щелкал с такой вот увеличенной частотой. Дальше. Бразильский медиум Кутинхо в течение 3 лет проводил эксперименты в Канаде. Вот наиболее впечатляющий эксперимент. Под его воздействием срок инкубации куриных яиц сокращался с 21 дня до 15 минут. Через 15 минут под его воздействием выводились цыплята. Вот нам бы, наши, с вечным недостатком продовольствия, такого сенситива. Вот интересно, то ли биологическое время здесь, так сказать, меняется,
Вот. То ли меняется абсолютное время, вот этот вопрос остается без ответа. Ну, та же Ольга Ворвилл, американский сенситив, она с расстояния в 2000 километров на 800% ускоряла ход роста пшеницы. Ну и тут же закончим, вот Евгений Анатольевич Дубицкий, вот он воздействовал дистанционно на двух пациентов под медицинским контролем, и у них были уничтожены вирусы СПИДа и вирусы гепатита С. Хорошо, я стараюсь закончить. Спрашивается, каким образом это происходит? Каким образом наше сознание, во-первых, достигается программа, заданная сенситивом, в какой-то кубический сантиметр, Бог знает в каком городе, где он никогда не был и в лаборатории не был, а именно на этот кубический сантиметр идет воздействие. Или на одну из четырех пробирок. Какая точность нужна? Это просто физически невозможно. Это первое, что нас, так сказать, интересует. И второе. Оказывается, сознание человека способно воздействовать на внутриядерные процессы, вызывать термическое воздействие, вызывать механическое воздействие, вызывать биологическое воздействие и целый ряд других. Наше сознание на это не способно. Тогда как реализуются эти эффекты? И вырисовывается такая картина. Экстрасенс контактирует с информационным полем, дает задание в информационное поле, целевую функцию, информационное поле принимает эту программу и формирует, по моей гипотезе, формирует информационный кластер точно там, где поставил задачу сенситив. Этот информационный кластер обладает достаточным интеллектом, чтобы решить поставленную задачу. И более того, не наше сознание вызывает термические и прочие эффекты, а эти эффекты вызывает опять-таки информационное поле. Информационное поле работает с кластером и с физическим вакуумом и вызывает необходимое воздействие. Вот такая получается любопытная схема. Что отсюда следует? Что отсюда следует? 50 институтов Анненербе работало, опираясь на информационное поле. Из этого следуют очень интересные вещи, что использование информационного поля может обеспечить выполнение любой задачи, в том числе насыщение энергии гигантского блока 100 тысяч тонн, и человек, жрец, мог акустическим методом, мантрой, поднять в воздух вот это вот самые такие вещи. Так строились, заканчивая, так, пирамиды и так далее. И самое последнее, буквально одна минута. Вхождение в информационное поле, это опять в книге описано, вот, дает следующие характеристики сенсорных качеств у разных специалистов. Ну, например, по 10-бальной шкале Аристотель 8, Архимед 9, Пифагор 5, Леонардо да Винчи 7, Ломоносов 6, Циолковский 7, Никола Тесла 7, Эйнштейн 8, Королёв 8. Государственные деятели. Иосиф Виссарионович Сталин – абсолютный чемпион по потенциалу экстрасенсорного восприятия. 10 баллов. Рузвельт – это Вторую мировую войну я анализировал. Рузвельт – 4. Черчилль –
4, Деголь 2, Гитлер 6. Когда я уходил, уходил в параметры духовности у Адольфа Гитлера, она уходила в отрицательную сторону, у единственного человека. То есть он был черным магом и мощным, мощным магом. Ну вот, все здесь я самое. Пожалуйста. Все видали, на развале есть.